Друзья, привет! Меня зовут Дмитрий Череватенко, я актер дубляжа, и, может быть, вы меня видели на Ютубе где-то на просторах, если что, вы можете подписаться на мой Инстаграм, обязательно на Ютуб. Вкратце расскажу вообще, что такое дубляж. Это то, что вы слышите по телевизору и в кино. И, к сожалению, наших мастеров дубляжа никто, собственно, и не знает в лицо. Поэтому я решил просто сделать отдельный канал, где показываю наших мастеров дубляжа за работой. Я думаю, что вам будет очень интересно посмотреть и услышать эти родные голоса. Сейчас, друзья, я буду угадывать собственные цитаты из дубляжа. Ребята подготовили несколько цитат из моих озвучек. Вот, очень интересно, что из этого получится. Ну а вы, у вас будет возможность ближе познакомиться со мной. И, возможно, мы с вами уже были знакомы давным-давно. Что вы наделали? О, Господи, ничего, ничего, Джордж. Не бойся. Нет, подождите, ребята, это точно я. Джордж, не бойся. Что вы наделали, Джордж? Но это не Ной. Там кто-то кричит. Ужасы. Ужасы. Нет, не ужасы. Бай-бай-мен? Нет, не бай-бай-мен. Но это я же. Ну, я не знаю, я сдаюсь. Что? Дюнкерк. Ну, блин, точно, Дюнкерк. Ёперный театр. Да-да-да, я недавно, кстати, в Инстаграме даже выкладывал про него. Окей, хорошо, едем дальше. Я слышал только две вещи. Мое завещание. А потом были еще крики. Это фильм «Достать ножи». Герой, он даже, я помню, он сидит где-то там, то ли в туалете, то ли... А, нет, нет, это не эта сцена. Ну, короче, да. Как актера зовут? Да-да-да, все, это точно «Достать ножи». С прекрасной работой Ильи Исаева за Крейга и Даниила Ильдарова за Криса Эванса. Как-то отличается, когда ты озвучиваешь более молодых персонажей? Ну, у меня амплитудный достаточно голос, и как вот, например, Финис там: «Привет, Ферб, я знаю, чем мы сегодня займемся!» Ну, то есть я могу как выше уходить, мне их даже легче делать, а ниже все-таки там уже прослеживается, прослушивается такая некая неестественность в голосе. Так, едем дальше, прикольно. Кажется, мы кого-то убили. Какого-то черножопого. Прости, то есть индуса. Он не двигался. Блин, где вы это взяли? Я просто объясню. Очень сложно, ну вот, много когда работ, очень сложно вообще запомнить, что ты даже дублируешь. Потому что, когда ты приходишь на студию, ты иногда даже не знаешь, что ты делаешь. То есть у тебя есть там роль на полчаса, на 40 минут, и ты вроде какого-то чувака озвучил и ушел. Кого я убивал? Кого я убивал? Черножопого. Блин, я это тоже не отгадаю. Че это? Ой-ой-ой, я даже не знаю, я вот не помню, а вот прям клянусь. Конечно, у нас получится, и мы поженимся. Это фраза, которую мой герой Джулиан говорит Персику. Это «Ледниковый период 4». Прекраснейшая, одна из моих любимых работ, потому что она, во-первых, он, точнее Джулиан, безумно характерный, веселый, похож на меня в этом плане персонаж. И да, это «Ледниковый период 4». Супер-пупер. Делали мы ее на студии Горького. Опять же, с чудесной компанией Александра Груздева, Тигра, Антона Камолова, Сида. В общем, безумно приятно было поучаствовать. Вы из санитарного контроля? Боже, эти штуки нереально открыть. Что вы...
Вам нельзя ничего тут трогать. Если вам не полагается ничего тут трогать, зачем вы... Боже мой. Просто жесть. Это мой голос. Но я... Жесть. О, Unreal, я пытаюсь по звуку, я пытаюсь свою физику вспомнить. Возможно, мне это какие-то мысли навеет на студию или проект. Не отгадаю. Че это? Это Unreal Chat. Капец. Ребята, я правда, я многие фильмы я даже не знаю, я честно вам говорю, где я звучал. Бывало такое, что эта шляпа достаточно даже из последних фильмов. Но я все-таки слушаю, когда в кино, я пытаюсь услышать свою работу именно. Вот как-то проанализировать, посмотреть. Я очень критически отношусь к своим работам. Ну, как многие актеры дубляжа. И я все-таки акцентирую внимание именно на своих каких-то минусах, что я не так сделал, что бы я мог еще улучшить. Это не шоколад, ха-ха-ха. Не кокос, не грецкий орех, не арахис масло, не нуга, не суперпастила, не карамель и не цукатум. И тут я посмотрел и нашел золотой билет. Да, это самая, наверное, такая нашумевшая роль Чарли «Шоколадная фабрика». Герой, как его толстяка этого звали? Август Глуп, да. Это, по-моему, одна из первых моих работ в дубляже под руководством Всеволода Борисовича Кузнецова. Это «Всея дубляжа». Вот, безумно крутая работа. И та фраза, которая стала каким-то мемом, это фраза «Хочешь чоколадку? Тогда пойди и купи». Да, классная роль, здорово. Но с тех пор, конечно, много времени прошло, голос изменился. Но интересно было делать акцент, который мы даже репетировали, отрабатывали на студии. Отстань! Не знаю, может, расскажешь что? Мне, кто ты такой, а? Кто ты вообще? Убирайся отсюда! Заметайся! Это я. Отстань, отстань, отстань. Ох, ох, очки, хо-хо. Не навстречу шторму, нет? Не знаю. Что это? Это экипаж. А, да, я там тоже есть. Офигеть! Прикол! Да, ну это точно я. Блин, да, интересно. Вообще ничего не помню. Ах ты говнюк! Тебя взяли из-за папаши, а ты с первым заданием облажался. Заходи. Это «Великий уравнитель». Какая часть? Первая, по-моему. Или вторая? Вторая. Да, да, я вспомнил. Да-да-да, точно. Плохиш мой. Кстати, плохишей не очень люблю делать. Очень зависит от того, насколько, какой ты по характеру. Потому что если, например, я достаточно добрый человек, и мне плохишей делать сложно. Мне нужно подстраиваться под них. Вот одна из, да, таких работ. Окей. Сегодня к нам пришло вдохновение во время наших утренних процедур омовения. Финис и Ферб. Какой сезон, какая серия, не скажу, но это мой любимый, замечательный Финис и Ферб, которого я очень сильно люблю, и жалко, что он закончился, конечно. Да, знаешь, мне это тоже не нравится. А, вот! Но пока в холодильнике есть Mountain Dew, мы с тобой поладим. Mountain Dew, Гриффины — это путешествие к центру Земли, первая часть. Да? Все верно? В компании Петра Гланца за... Как его главного-то актера зовут? Фрейзер, да. И за девушку, не помню кто. Да, да, это точно он. Ты начинаешь слушать, как человек дублирует вместо того, чтобы смотреть? Многие мне пишут про это после того, как я сделал канал про наших актеров дубляжа и начал показывать, соответственно, наших актеров и зарубежных.
Мне очень многие стали писать, что да провались ты, Дима, потому что я больше не могу смотреть фильмы в дубляже, потому что я ассоциирую, ну, я вижу уже перед собой не там Дензела Вашингтона, да, а Дениса Беспалова, или там не Пеннивайза, а Станислава Тикунова. Вот, у меня такое тоже есть, но я как-то с этим уже давно живу, и даже вот у меня жена уже тоже приучена, когда мы смотрим какие-то сериалы, мы сразу, ну, практически сразу слышим голоса и говорим: о, это Илья Хвостиков, это Всеволод Борисович, это... Вот, но, в принципе, это особо не мешает. Единственное, что мы начали смотреть и слушать дубляж, мы начали какие-то там ошибки, может быть, смотреть. Ну, у таких метров, конечно, только учиться можно, но все-таки бывают какие-то косячки в дубляже. Кто не разбирается в этом, он их не слышит, а кто как бы в теме, тот это все дело анализирует и в голове корректирует. Но мешать кино, мешать смотреть кино, я бы не сказал, что это мешает особо. Дорогие друзья, спасибо за просмотр, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ребят, очень крутое дело делают. Ну а мы с вами увидимся через неделю на Кинобитве, я надеюсь, что у меня получится справиться с этой нелегкой задачей. Пока!